Друзья, привет! Про 1 июля, про правый руль и про сертификацию автомобилей. На сайте Евразийской экономической комиссии 11.06.2019 года появилась статья о новых требованиях по поводу сельского хозяйства, по поводу еще других перечней каких-то ввозимых на территорию этого союза товаров, и в том числе про автомобили, про единичный ввоз автомобилей. Инфраструктура не готова, и новые сертификаты, новый ГОС, по которому будут проверять автомобили, вступит в силу 1 июля 2020 года. То есть на данный момент все остается так же до 1 июля 2020 года. Обычный СБКТС, который сейчас подорожал, еще, наверное, подорожает, сейчас не выдают СБКТС на автомобиль, если он в нецелом виде, то есть сначала автомобиль надо вывести со склада, оплатить пошлину, вывести со склада, отремонтировать, скинуть фотографии, скинуть видео, то, что у вас автомобиль готов, целый, готов к эксплуатации по дорогам РФ, и все, тогда вы только получаете ПТС. В общем, ну что, возим автомобили, все окей, курс хороший, автомобилей много, еще не все проснулись, не все еще делают из России ставки на машины какие-то проходные, обычные гражданские. Вот, поэтому спешите быстрее, звоните, пишите нам на почту, внизу ссылочки с примерными ценами на автомобили, которые можно привезти сейчас из Японии. Также будет внизу ссылка на документ с этого сайта Евразийской экономической комиссии. Друзья, удачных покупок, пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.